Привет-привет, друзья! Вы на канале Мульти и Пульти. Всем вкусняшек и мороженок. И сегодня новые приключения ваших любимых аниматроников. Да, приключения Бонни, Спрингтрапа и Джейсона. Но сейчас, как всегда, конкурс с комментарием. Кто поставит лайк, подпишется и нажмет на колокольчик, обязательно попадет в мое видео и крутой комментарий напишет. Чикуля, зачем ты меня позвала? Я так спал. Вообще-то нужна помощь! Фредди уехал! Помоги, пожалуйста, Спрингтрапик, пожалуйста, помоги! А что случилось-то? Чё ты, успокойся, чё случилось-то? Ну я вообще накупались, а Бонни не заходил, потом лопает Джейсон на нас, капец! Да? Он чё, а Бонни где? Он его там жарит! Как жарит? А ну-ка, побежали, посмотрим! Вообще, он Ладно, сейчас посмотрим, что там происходит на этом пляже. Где Бонни? Где этот Джейсон Вурхис? Так? Вон он жарит Бонни! Так. Чика, ты иди сюда, пригнись! Извини! Да пригнись, говорю! Ладно, хорошо, я боюсь! Так, посмотрим. Чё он там делает? Ля! Джейсон Вурхис жарит той Бонни! Да! А зачем он его жарит? Он же железный! Может, он хочет его расплавить? Помогите! Спасите, пожалуйста! Помогите, кто-нибудь спасите! Так, капец, Бонни орёт! Ля, и люди лежат, вообще, вы хоть бы помогли ему. Так, сейчас. Девушка, да уходите отсюда, сейчас тут заваруха будет. Ой, мама. Сейчас я ему как дам. На, получил. Ага. Пожалуйста, Спрингтрапик, спаси. А ну иди сюда. А, получил. Вот тебе, гадкий Вурхис! Ты чё, вот тебе? Ты чё, Бонни плавишь? Я его сейчас расплавлю! Ах, вот ты как! Вот тебе, получи, гадкий Вурхис! Вурхис-Мурхис! Колбасурхис! Бонни, держись! Пожалуйста, Спрингтрапик, я сейчас расплавлюсь! А, получил! Пожалуйста! На тебе! Вот тебе! Ты смотри, какой живучий! Ты чё? Зачем ты его плавишь, говори? Пожалуйста, я сейчас расплавлюсь! У меня уже уши плавятся! А ну не подходи! Сейчас я его расплавлю! Капец! Ух, доставучий какой! Как ты достал меня уже! Да! Получи! Получил? На тебе! А ну лежи, не вставай! Сейчас, Бонни, сейчас я тебя достану! А? Ой, горячо! Ой! Ага! На тебе! Вот тебе! Ой, иди сюда, ушастый! И тебя расплавлю! Пожалуйста, помогите! На тебе! Вот тебе! О, ага! На тебе! Получи! Гадкий Джейсон! Сейчас я его отвлеку! Давай иди сюда, маска! А ну стой! Стой, и тебя расплавлю! Так, на тебе! Ой! Вот тебе! Получил? Держи его, Чика! Я сейчас Бонни освобожу! Держись, Бонька! Пожалуйста! Все, я плавлюсь! Мой братик, давай! А ну отпусти его! Кажись, целый, только уходно расплавилась. Держись, Бонни, сейчас я тебя. Капец. А вообще-то сижу, а потом меня как шмякнули по башке. А потом очнулся, а я на костре. Ну чё он, Чикуля, где он? А ну иди сюда, а ну,
Ах ты гад! Ах ты гад! Получи! Сейчас я тебе дам, ты надоел мне! На, получил! Да, дай ему спринт-трап! О, ну наконец-то! Ну наконец-то, ага, раскорячился! Пожалуйста, ой-ой! Развяжите, развяжите! Пожалуйста, сейчас будет беда! Сейчас будет беда! А что случилось, Бонни? Сейчас я тебя развяжу, сейчас, дорогой! Вот, все! Все, ты свободен! Ой-ой! Бонни, ты куда? Куда он, Чика? Бонни, ты куда? Ой, сейчас будет беда! Бонни, да ты куда? Куда он? Куда ты потелепал? Бонни, да подожди, куда ты? Да Бонни, да подожди! Ой, сейчас будет беда! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, сейчас будет беда! Да какая беда, куда ты побежал? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да куда ты? Ой-ой-ой-ой! Подорой! Я сейчас упью, сиюсь! Так, встаньте в туалет! В туалет? Да, это в туалет! Я сейчас чуть не уписался в этом костре! Капец! Чика! Он в туалет побежал! Капец! Вообще! Хоть бы спасибо сказал, что я его спасла! Вот Бонни, как всегда в своем репертуаре, то все. Ага, вообще, он хоть целый там, а то и не видел из принтрап. Да нормально, говорит, вроде ухо у него обгорело и поплавилось. И еще там с ногой вроде, но так как он бежал, походу он вообще целеханик, видал, как притопил. Ага. Лежал, я там переживал за него, а он, видите ли, писать захотел. Ладно, ничего. Зачем, интересно, Джейсон Вурхис плавил Бонни, вот зачем? Я не знаю, но я очень испугалась, да. Я думала, он уже вообще расплавился давно. Да, я тут, ну ничего. Главное, что все хорошо закончилось, да? Да! Зачем он его плавил? Не знаю. Может, это ему бабка Грэнни приказала? А? Надо выяснить. Вообще, а я вроде звоню. Он говорит, я с детьми гуляю. А потом рассмотрю, ты идешь. Ага. А я решил покупаться. Думаю, пойду прокупаюсь уже на море. Уже скоро, уже тепло, короче, погодка налаживается, а потом смотрю, ты кричишь. Как хорошо, что я тебя встретила, спринт-трап. Да, это здорово, но надо выяснить, почему он хотел его поплавить. Да, и как мы будем это выяснять? Короче, надо собраться всем аниматроникам, собраться, поговорить. Подумать, покумекать, поразмышлять, обсудить. Да, точно. Сейчас покумекаем, посидим, поразмышляем, подумаем. Да. Я сейчас всем позвоню. Кому звонить? О, Фэри уже позвонила. Позвоним, короче, Мангу, Бэйби. Позвоним Марионетке. А что, одним девочкам, да, позвоним? Ну, девочкам, да, ты можешь Фокси там позвонить. Еще кому-нибудь, короче, соберемся. Можно шашлыки пожарить. Ну, можно и шашлыки пожарить. Я буду мясо жарить. А я салатики наделаю, да. Посидим, покумекаем, поразговариваем. Ну да, хорошо. Я люблю шашлыки. И я люблю шашлыки, да.